Виталик, пошли и. Хорош. Перший раз на зборах з першою командою. Які взагалі в тебе емоції? Ну, звісно, приємно працювати з першою командою, коли підключати тренувкам. Здесь другой уровень абсолютно футболистов. Ну, конечно, очень приятно. Поля очень хорошие, так как здесь климат подходящий. И по сравнению с тем, как мы улетали с Киева, какие поля были, ну, как бы для зимы они достаточно хорошего качества, но здесь совершенно другой уровень. Хорошо, пошли, хорошо, хорошо, пошли. Изменения в скоростях, в исполнении игроков, в технике, ну вообще абсолютно другой уровень. У него интересная работа. Потому что бывает тяжело, бывает непросто, но в общем и целом интересно. Но он как бы старается руководить всем процессом полностью. Только он, как бы, если нужно, он всегда подскажет, и мы, конечно же, мы прислушаемся. Зараз 4 вратарі на зборі, сподіваєшся зіграти свій час? Як це? Чи ще невідомо? Ну, это неизвестно. Конечно, я надеюсь, я хочу, я стараюсь, прикладываю все к этому усилия, но само собой будет решение тренерский штаб принимать.